Ну что же, Катюш, я считаю, что утро – это самое лучшее время, чтобы начать заниматься какой-нибудь музыкой. Угу. Или включить музыку. А музыку, в принципе, можно делать и самому, как ты считаешь? Замечательно. Я могу предположить, что ты предлагаешь мне на чем-нибудь поиграть, правильно? Ну да. У тебя же есть какое-то музыкальное образование? Ну, 4 класса музыкальной школы я бы не считала музыкальным образованием, на самом деле. Но, в общем-то, что-то могу. Вот смотри, наша корреспондентка Диляра Байбикова решила начать с азов, решила начать с инструментов, у которых не так много нот, точнее, с барабанов. Ну, я бы не сказала, что барабаны – это легко, потому что там нужно очень четко держать ритм и нужно много всяких других умений. По-моему, мы просто много разговариваем. Давай все-таки посмотрим, как Диляра справилась с этой нелегкой, я считаю, задачей. А справилась, да? Да. Самое доброе утро. Друзья, такой инструмент, как барабан, у меня всегда ассоциировался с чем-то громким и звучным, но сегодня я постараюсь обучиться играть на совсем другом барабане – этническом. Барабан – самый древний музыкальный инструмент, а барабан этнический – это основа национальной музыки народов Востока, Средиземноморья, Африки и Индии. Разновидностей великое множество – дарбуки, думбек, джембе, бонги. Сейчас будем разбираться. И рядом со мной сейчас находится руководитель школы этнических барабанов Евгений. Жень, привет! 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 Давай рассказывай, что это за барабаны, они разные или одинаковые? Это дарбука, это джембе. Угу. Они это... по звучанию разные, наверное. Да, это более басовый барабан африканский, угу. Это египетский барабан. И что мы будем разучивать? Разучим сегодня египетский ритм максум и Африку. Африка – это африканский ритм. У нас есть 3 основных удара. Дум, тек и ка. Дум – удар правой руки, басовый, играется ладошкой всей. Играем дум. Судя по лицу Жени, мне кажется, не быть мне этническим барабанщиком. Следующий удар – тек. Играется 3 пальцами правой руки по мембране барабана. Удар звонкий. У меня лучше получается. Только пальцы уже болят. Угу. Есть следующий такой? Удар К. Играется безымянным пальцем левой руки. Левой руки. Угу. Вот он. Ага. Играется по мембране барабана. Да, с такой, с подкруткой. Да, по небольшой дуге такой идет. Ага. Где звук? Перейдем к нашему ритму. Ритм максум. Египетский ритм. Один из самых простых и базовых. А звучит он так. Дум так, так дум так, дум так, так дум так. Окей, это египетский ритм. Дальше мы получим африканский ритм. Берем барабаны в джембовое положение. О, вот это уже интересно. Сам африканский ритм звучит так. Что-то магическое. Дум-ка-та, дум-ка-та. Африканский ритм у меня явно не задался. Руки перестали слушаться и попадали не туда. Но немного упорства, и что-то стало получаться. Ну, а если бы у меня был музыкальный талант, я бы вам сыграла вот так. Казалось, барабанщик из меня неважный, но ритм дум-ка-та, гум-така будет думать с ницами сегодня всю ночь. Друзья, учитесь играть на барабане, это очень увлекательно. И самым добрым утром!